Какой будем лерить, пока не спать не пойдем. Надо войду. Что там будет по броне у тебя? Собрал хоть что-нибудь? Да нихуя, блин. Поступаем, бро. Фласк тогда. Тогда фласк у меня. Подержу вас. Что тут еще можно взять? У тебя есть фласки на хп? Ну-ка иди сюда. Какие-то есть. Танки наши все. Ты, блядь, ошибаешься. Как тут? Гади. Ну хай ты тролля создал. Ну как, раз. Возьми вот это. Пригодится. Так. Мама тебе не нужна. Вот это тоже взять. Подземелье. Так эти больше хилят, где так нахуй нужны? Ну, любые попьешь. Это мобов фармит, ты маленький. Попрыгай, ты и польши. Это эликсиры демонов. Это хуйня какая-то. Нас надо еще, чтобы люди какие-то играли. Вот, типа Варенька, Вуди, блядь, вот этих топовых чуваков. Тупо не хватает кадров у нас. Беги вперед. Опять Макс Надор, блядь. Кто не будет летать, я хилить не буду. Че, угрожаешь? Войд Фрозен добыч. Я хуй знаю. Это вроде ничего такого. Снаряд танк вернись, я больше не буду хилить тебя. Там была какая-то добыча Войд. Я ж тебе сказал, добыча. Это сложно или что? Да там нету ничего. Тебе достаточно просто утонуть. Там может быть кусок шку такой, блядь. Там нахуй называется. Так он не лутается. У него не лутается или что? Он сейчас дом, короче. Пробует лутанить. А что у тебя такой? Ну, прокачаны кожи, что ли? Роми. Что? Почему тебе нужна эта кожа? Тупо для голды или что? Уже прокачал вроде кожевку. Ну, лутается. Да нихуя не лутается. Просто не лутается. Как туша и все. Ну, значит, блядь, добычу не. Короче, Роме пати выпал. Роме, ты че, блядь? Пати выпал. Так он лутанул я. Потому что голда ушла. Написано на моде добыча. Видишь, добыча Войд Фрозен. Вот на этом. Вот на этом написано Ромило. То есть каждый должен своего моба утонуть. На вот этом нихуя не написано. Вот это написано добыча Войд Фрозен. Вот на этом. Ну так я его не лутал даже. Соответственно, если он утонул и больше, и ты не можешь снять, значит там, блядь, ты не можешь это. Могли пофиксить на уровне сервера. Вот. Я просто лутаю всех, блядь. По КД. У меня автолутер стоит. Поэтому, блядь. Если я вдруг тоже не могу собрать траву, а мобы утонули, да, допустим. У нас три мага ебануться. То поэтому, видишь, со всех можно собрать.
Добыча. Твоя роль. Не могу потратить. Этот бестер, знаешь, как он? Лоб, сир Григор Клин. Я не успел жертву крови. Не берсука, а стоит на лоб. Могу воровать ее. Вот это скилл. Ты чё, спиздил у него, да? Щит? А это другой маг спиздил. Вот сейчас видишь, в овцу превращал. Дорогает ещё дракон, ёбан. Дракарис, на. Так-то хуйня бьет по 2000. Ну пиздец, блядь. Антифира нет никакого. Твое. О, нихуя себе. Не откажусь, не откажусь. Мне это нужно. Еще один. Маг, еще один, блядь. Какой маг, нахуй, еще свой басу, блядь. Кто, блядь, забрал, сука? Кто? Кто, блядь, забрал? Чё там у чё по дефу? Защита 457. Нормально, едем дальше. Гад ползучий. Гад ползучий, блядь. Я хотел бека создать чудо-юдо, блядь. Вот смотрю, занят, думаю, рыба тип. Хуя. Удивительно, что кашалот оказался свободен. Я тут там мобе заклеил, пока этих собак тончил. Ну а чё мне нихуя не сделал? Резисты от огня, льда есть. Удают пиз волшебный поток, а? Ублюдки. Блядь, витрат. Поднял глыбу, начал взрыв бомбу. Ромина витрата. Бахнул, блядь. Ух, я чувствую, магом пойдет. Я ворвую, блядь. Thank you.
И какую ауру сейчас пиздит. Ой, класс на меня. Все, врываемся вас, пока ауру висит. Один провал. Сейчас бомбы рванут, ох. И куда он, блядь, призраком пошел? Ёбаный по голове, блядь. Давай без него. Говорят, любопытство наказуемо. Да вы тормозаете, чё? За это курва даст нам покурить. Мне, говорит, на всех хватит. Распласки-то весь. Он весь. Ой, это тоже весь. Есть фласка? Ой, почему без фласка, блядь? Бей фласку нахуй. Банку. Броню. Булатку, ну, броню. Ну, да. Броню выйти в банк. На хп нормально. Хуя себе, что происходит? Что такое, блядь? Так, она дерзкая, блядь. Вот че, папа, первый раз. Да я варен тут мучился тоже, блядь. Текстуры улетали, блядь. Блин, она жесткая басиха эта, блядь. Смотри, что делает. Просто дрыгает, блядь. Что он сделает, блядь? Все, пиздам. Ёбаный рот. Хули вы стоите, бей. Ёбаный рот. Личная фаза. Ебануться. Да я заебался в контроле уже. Да его я говорю. Это что тут гребаный контроль? Ребята, да. Ёбаный рот. Руми, как там вчера было? Лич, блядь, да? Лич гер. Платье 2%. А, блядь. Жалко. Ну, умрит. Блядь, жесткая басиха какая-то, пиздец. Мы можем захуярить никак. Блядь, трой по ДПС. Какое дело еще, конечно. Да вообще, блядь, ДПС, или пиздец, пока сырой ДПС отдает. Я иду. ДПС 5600 общий. Я первый, нихуя себе 1600 там. Вот этих вот справа, не согрите, нахуй, это пиздец будет.
Давай в овцу кого-то, нахуй. Давай, давай, оружие. Да еб твою мать, ну ладно, да. Сало дали. Прикол. Во. Друг другу овцу дали, видишь, ползали, блядь, оба овцы. Вообще пиздец. Давай. Ты смотри, блядь, хп, блядь. Блядь, твари на пру. У меня руки уже вспотели. Пиздец, блядь, в ПП идем, нахуй, какая. В РПГ, блядь, грена. И каждый моб смертельно опасен. Превращай дурака это. Ой, блядь. Величайший рел этого. Окулус или как. Сука, до чего дожили, блядь. Бан. Ну согласись, на X1 такого нет. Там Леси. Да, да, есть, ты вряд ли это испытал. Потому что нет такого перса. Потому что это... в натуре там ваш. Ну, блять, хули быстрый старт, блядь. Такого пать. Ты когда вообще, блядь, по ПБ был на X1? Последний раз помню. Давно. Ну кто-то явно. Какой там ППГ, блядь? Тут в ППГ, блядь, соль игры нахуй. Ром, как дела? Шопа. Он там потеет. Чупанный дракон. Живая шкура. Не пузырь там свой, блядь. Пузырь, это же БЗ. 3 секунды. Оставь его там рядом, с музыкой, блядь, типа хуярь, пока да. Сейчас нам пизды дадут. Похуй, да? Мана еще регей. То есть мана плеск. Баф, видишь, 85 мана, и она стакается. Поэтому можно здесь поставить ману порегу. Суицидники, сука. Разлом, разлом, из разлома хуйня была. Добивать.
Какая Дейнерис ебанулась, да, сожгла весь город. Я вообще психанул, он говорит, может не месячный просто. Я тоже так подумал. Кто? Дейнерис. Матерь дракона. Всех чужих, своих, всех нахуй. Так вы что смотрели? Игру престолов. А где вы смотрите? Я вот все искал, нигде не нашел. Нахуй, сайт в кучу на самом деле. Я на английском смотрю. Я могу если на субтитры. Там никто нихай не говорил за всю серию. Это дракон металл нахуй и все. Я пиздец так смотрел, короче, как можно было слить одного дракона, летя над морем, когда, блядь, можно наверх подняться. То есть пиздец, нахуй. Там типа фишка в чем? Они типа понял, где-то за каким-то островком, нахуй, прятались, блядь, корабли эти ебаные. Ну хуй знает, все равно, блядь, нормальный человек, имея двух драконов распоряжений, слетает на одном, блядь, посмотрит в недосягаемости, блядь, по-моему, любой. Почему стрим, сука, что за хуйня? Ну, багается, должен разлом открываться, он, наверное, не открывает. Че, ачив дадут? Слышь, не убивай разлом. Не, он получит. Он убить босса, не убивай, будет ачив. Дай босса. Сидишь, допустим, в этом бафе и ешь ману. Тебя устанавливается по 500, почти по 700 секунд. Сижу и думаю, что получается, если у них один РЛ на одно ЦРК, и если он не пошел, и больше никто не собрал, то получается, если он не будет собирать, то гильдия постепенно исчезнет, правильно? Если должно быть несколько РЛов для того, чтобы она успешно функционировала. Если одному тащить, то я не знаю. Славянам мало кто похоже. Я подокнутый 7 лет тащил один. Ну, там по сути РЛ, да? РЛ, ГМЛ. Полтора года. Ой, это 7 лет почти. 7 чем. Где? Кто? На X1 в кнутах. Славян. Славян, ну там, ГМ, кнутов. А, Свят? А, Свят, не Славян, Свят. Соответственно, здесь нужно несколько РЛ. 2-3 для начала. Если один не пришел, мог повести второй. Как в дарках. Будет давай ты. Окей, я теперь ты.
Я не знаю, блядь, как вести этот рейд, который привык в Макросе, блядь, на лане читать. Привыч. Все, веди, как ты считаешь нужным. Если они нормальные, значит, не подстроятся. Похуй на эти макросы. Просто смотри, если продолжать играть так, мы сами начнем деградировать. Сидеть смотреть на макросы, нахуй. Это к тому, что ты играешь лучше только когда всем, кто сильнее тебя. Лучше тебя. Знает класс. Ну, не так. Это, конечно, нехорошее слово, которого вот класс игры выше. Вот. Да, видишь, как он начинает играть, понимаешь, что он делает, да, ты начинаешь быть лучше, ну и так. А, сусляд тоже говорит, да я заебал, деньги, говорит. А чё его в рейды не делали? Нахуй, блин. Ну, да, просто людей не было еще. Я говорю, а тебя хоть в один день брали, он говорит, да, если меня не взяли, я пошёл на бабу. Бабочка же был. Ну да, бы. Все, мощи 20-20, 4. У него 4-я карта уже. Карты это не показать. Шмот еще надо иметь. Смешные деревья эти. Аркан что-то пытается, блядь, так и не может меня догнать. Ну чё, момент истины. В шипах не стоит только. Этот заберешь, нет? Кого? Трэш, блин. Я не видел. Ты не видел, что ли? Нет. Они же похожие, блядь. Давайте босса хуярьте уже, блядь. Маны нет. Стало время, отпал нахуй.
блядь. Ах, петук. Эрдаль, ничего себе. Вторая жизнь тебе, чтоб ты помер. 1% ПР. Кольцо, смотри. Это же. Тут БДК, нахуй, ебаный ворот. Сука, через глаз, через нос, нахуй. Пишут, ебать, как нубом, нахуй. Видал, да, как там пишут? Через глаз. Сейчас спрошу, какой глаз. Завалим. Кто-то гаспул гирки да въебать. Эй, чё? Хохма, говорю. Я что-то думаю, как видос назвать. Ну, кто-то гаспул гирки да въебать. Заебал там стримить. Хуйня, блядь, снимает. Кивает жестко. Мак, это точно мертв. Ты перед ППГ открывай шмот, показывай какой-то шмот там, карта. Чтобы всем понятно было, почему, блядь, так танка пошивает. Что? Там полди. Спел, дамаг, дамаг, хил. В бане держите, сука. Ебать, нельзя никого в рейд. А я с ним в рейд хочу, с этим кранованным. С этим раз. X1 на цепку. Ты ходил с ним в рейд? Да, с ЛК-10 цепку ходил. Это именно он был? Да, он признался. Да, это было в 2014 году. И он до сих пор, по-моему, играет Паун Кранол. Подпрыгивай, блядь. Как подпрыгивать? Мне заморозили хвост. Так, так, я там спали, подпрыгни, сейчас прыгни бегом, блядь. Надо успеть прыгнуть после того, как спадает кристаллизация. О. Сука. Нормально, нормально. Ползает. Писал мне. Нет. Не гейт, ничего себе. Дал мне щит спас. Да будет полтонуть эссенцию. Так, триня. Так, Аль. Пчелка. Нет, какая-то. Кроме, он на месте тренинг катает, если будет не нужна. Могу, она тоже не кайф. Так, что, репайте, давайте еще раз. Я бы с удовольствием в кузню сходил, чтобы еще поржать как следует. Ага. Чтобы сдохнуть сразу же, на месте. Ну хотя бы 200 надо взять. Какой-то крест я сделал. О, ничего себе, на кристалл, погоди. Да нет, воды. Отлично. Расторится. Охочки. Ты понял, да, что здесь будет? Не кикали отсюда, блядь. Кикали, блядь. По одному тяни. Я хуй знает, как вот дальше там по одному тяни. Лево, лево, тяни лево, быстрее.
мужа, мужа. Это отлично, пушка ПД. Ч за херня помоги? Так а кто ищет на ответ-то? Стой аккуратно ждет. Где маф петушара? Привет. Пришел хуил. Кто это агрит, да? Мах. Ты да, давай кикнем. Он дурачок. Вот сейчас я не знаю, что делать. Иди вперед. Там рассчитать надо. Подожди, пока не лез. Они сюда сейчас придут. И нужно их здесь сажать. Вон, видишь, тут пачка идет. Они сейчас сюда придут. Они меня притянут туда. Смотри, я могу вот. Могу оставить копии. Ага. Нет. Ну, хорошо. Без паники. Загрязнь вся главная. У нас Путин. Бля, привозить не могу никого. Кого, говорит, им дай им камбу, кого? Напиши деда моего, блядь. Стой сейчас, подожди. Ты че, притянут? Притянут, стопудово. Дайте правые. Давай я кину бомбу, пусть меня притягивают в глыбу сейчас. Блин. Это уже агро. По шмоту. Плечи нужны еще 200. Что там? Плечи, пушка, кольцо, тапки. У нас код 235. Код вообще пиздец. Так он дамага дает. Хули. Вот и клевер, видишь. Не могу собрать. Где там маг? Бегите по стене. Отлично, прям тут пауков ебать. Опасно. Но туда не полезу, не ломал. Блядь. Ну я могу это, схему сделать. Ну смотри, пидоры идут как эти. Да. Дайте их можно сагрить. С самого правого. Целой твоей жизни. Ты его потаскала повсюду. Вы живы, да? Нормально? Да. Все хорошо? Вот видите, значит ты должен не пить. Просто Макс приносит себе в жертву. Слышь, как на лече. При ВРС-ке тогда я, блядь, магом сдох, блядь, убили. Магом сдох, блядь, че убили, блядь. Не могли убить. Шо в датках, шо где, блядь. Это опасно. У меня там 4 паука.
Да хуй знает. Тебе я отдал. Ах, долбоёб какой-то. Так, попробуем не сагрить нахуй. Он вроде фаер, блядь, но... Первая бомба, стрела ледяного огня. Он в фаере играет стрелу ледяного огня, блядь, в спеке. В спеке. А, у него в ФБ. Конь босса и все босса ставим. Потому что трэш бутлит. Мы даже не заметили, как забыли эту цирку. Что забыли? Забыли эту цирку. Что? Короче, я заряжу два шара, пока маг одну стрелу дает. Завтра КД скидывается. Во сколько будете заходить онлайн? А что там завтра? Какие-то рабычки? Я предлагаю обычки собрать в сам момент. Блять, захиливайся. Хили себя. Опять, блять, жертву, да? Сука. Ой, да кольцо. Нет, такое есть. Есть такое? А, у меня блокированный щит. Второй векс, мне это нужно. Че, ебанутый что ли нахуй? Смотри, маг не едет кольцо. Че, нихуя себе, пидорас, сука, стой. Причина пидора. Уебок. Сука. И меня тоже задавай этого тоже. Не, давай этого не кикай нахуй. Не, нельзя. Пошли вперед, чё? Ебать! Еблю! Крови меньше хилить, блядь. Заебись. Пополнение прибыло. Ну вот, трогать. Вот на пул сейчас должен быть на шаман. Блок. Тотемчики, значит. Шаман бьет 40-й. Отлично. Даем кайм.
Ну не, ну что такое, блядь? Махни нахуй так кольцо, она даже не по спеткам. Эй, танк, ау, блядь. Да он, блядь, ой, сейчас умру. Да он же ссал цель, блядь, пацан, нахуй. Хила надо спасать всегда. Ты не протопал. Второй два таунта, еще и гладько на хп, блядь, и бо... Хила надо спасать. Это ДК, который да. Соло цели играет. Даже не в крови. Степания, да. Вот этот пидор бежит. От тебя. Почему, сука, не притягивается, блядь, притягивает? Потому что на тебе висит взгляд во тьме. Взгляд. Произнесение заклинания может быть прерван. Туда маги, вы в инвиз уходите и открывайте портал. Мобов бить не надо, если ты не знаешь. Попробуй. Нет, не лезь, не лезь. Иди, Димон, в инвиз и пошел моб этот на пошел в инвиз. Во. Да не лезь, блин. Не лезь. Пускай они сдохнут. И назад. Ты говоришь, он все равно не с нами в 10. Ну все, теперь рога там. Вы учитесь играть с киловодами. Я всегда так магом делал. Сейчас он не сделал. Да не, он сделал. Понял, да? Ну все, ну. Пойдем Талдаром убить. Только здесь центр держи мудака этого. Потому что сфер кидает. Много кидает. Угу. Там, где он стоит, можно даже чуть подальше. Я не знаю, всегда ходили, убивали его без проблем. Шесть тысяч крип, ебал. Это точно не хил. Море кто не едет. Так, да, у меня луч. У меня луч. Заходи. А, вроде норм пати. И меня тоже кикните, блядь. Походу они, может, вдвоем регнули, чтобы это... одеваться. Смотри, на ласты идут, нахуй. Еще других будем бить, нет? Нет. Сейчас все пизды получим. Да я умер. Знали, чем вы лезете вообще вот? Кто спрыгнул? Знаю, я...
прыгнул, я наверху сдох. А Роми вообще сам последний прибежал. Так прыгать, потому что надо, смотреть надо. Нахуй вообще туда прыгают, блядь, там нужен агрик, блядь. Я ему, блядь. Если одному агру кинуть, они все наверх прибегут. Вот, а кто агрил? Так кто-то спрыгнул, блядь, вот эти дураки, блядь. Не знаю, я наверху стоял. Я видел, блядь. Милик какой-то спрыгнул, а потом Войд до него. Это на РБК это будет полная жопа вообще. На РБК. Сначала надо как защиты собрать будет. Ой, такой думаю, дай-ка возьму шмот, вдруг там будет так. Хорошо, кстати, что это я подождал, пока вы все там персы сделаете, я теперь не допущу ошибок этих. Нет, блядь, вот. На самом деле, смотри, уже 500 аккаунтов циркуля пришло сюда, наверное, я думаю. Ну, представь, да. Знаешь, сколько здесь народу уже массируют? 500 дураков в ППГ, блядь, 100 ППГ, блядь, представь, сейчас реагирует, блядь. Так это хорошо, онлайн будет, это, уровень игры, сервера будет тихо. Инвалиды так все. Там тоже инвалиды порегали, блять, аккаунты. Вот они, все 200-е. Трупы. Сзади меня Нага 200-е бежит. Там что-то 200-е? Надо, да. $420 Надо вагониться куда-то уже. Ну, слушай, я думаю, 220 надо делать и уже ходить в НАКС, ВС. Там нихуя не падает. Ик надо. Падай, чё ты, иди. Иди, делись, чё ты, Нанг. Слышишь? Там два человека. Чё я вам хочу сказать? У нас есть вторые персы, правильно? Я это к чему? Объём. Мы можем один ик ходить в гильдии. Ик 25. Второй ик. Заходить на своих твинков, собирать второй рейд, все бое забирать себе. То есть, Да, ты пошел-то нага. Здесь происходит. Поняли? Перед старыми персами вот этим можно будет собирать ик 25, бое себе забирать из сферы, блядь, и всю хуйню. И мы так быстрее оденемся. Если будут вопросы, типа, почему в гильдии не собираете? Ну, как бы наши тинки мы решили отдельно собрать, вот и все. С гильдии сходили, а этими сходим. Вот и все. Как вам идея? Думаю, сыка, если ходить там втроем, бабки делить, то это пятерки на каждого будет. Плащей, там, сковищей, и сами оденемся. Там бое только кольцо и плащ. Плащ, кольцо. Плюс предбиз 3, который мы можем собрать там. Нахуй это делать. Который, если их два, такую хуйню надо делать, под один не... Так вот, мы можем забирать 3 без ДП. На хила утешение, на танка тоже, я думаю, будет не откажется от... 3 дня, блять, от жучка. Ни разу вообще. Поэтому качаем персон. Один ходим в гильд, второй их собираем с учатом за метр. Вот и все. Через сколько там войда ката тут было? Собираем, блять. Никто не линкуется, никто не просит.
Вешать под этим. Только лучше. Чтобы не было дяди, что мне будет. Сколько там у тебя еще? Да. Подождите. Ну, 2 из 16 минут. Это я первый раз собираю еще плюс делать. А по карте был? Дал? Кого? У тебя поставки были 3 дня? Нет. Нажми поставки. Попробуй активируй. Пробовать бесплатно. А, ну-ка. Нажимай. И у тебя будет завтра карта. При условии, если ты выиграешь сегодня 3 БГ и завтра 3 БГ. О, нормально, да? Вот, да. Активируй поставки. Ну, прям сейчас пришла, нихуя. Еще да, да. Еще 10 придет потом. Все, поехал, да? Короче, приключение новичка, набирай квестов. И на портнягу есть квест, слышишь? Там вру. А как 10 придет, ты говоришь? Завтра 5 и послезавтра 5. Да, 10 еще придет. Поэтому... Надо было сразу активировать, чтобы уже пятый был. Уже пятый был. У меня пятый. Я за 2 дня сейчас делаю пятый. Седьмой до пятого. Да шаман плутает вообще. Нихуя воет, блядь, мне хватка чуть-чуть потянуть. Хвастцу может превратиться. Вот. Мага не превращает. Они блядь, все скиллы. Он спиздил все ходку, блядь. Наконец сообразил. Ой, сев. Хвостят тут, ебать. Блин, мне это не могут сделать. А я бегаю, ходки стреляю, пищу, водик даю вам. Рубильник. И этому маг скидываю бомбы. Так и живу. Меня кидают по всей комнате. Это откидывает шаман. Сука, Роми вот этот, шара. Который, блядь, законтроленный, он лучше хилит, чем незаконтроленный, блядь. Сука. Нет, жезл, смотри, жезл ты хотел. А у меня есть такой же. Роми пусть возьмет. Сука, лучше, чем для контроля. Я не умею жезлы носить почему-то. Я бегаю в друля хуяком, на себя накидал ходок, я с него спиндил все ходки. Ой, да ловцу кинул, блядь. Роги эти, блядь. Лед дал нахуй. Шаман, который меня заряжает хуйню, я ему, блядь, сам. Я, короче, всех там контролил. Я могу жезл выучить или нет? Не знаю. Вроде нет. Хотя... Не помню. Вроде это. Не, я ебал больше это. Робин, контроль. Законтроленный. Чему ты не будешь? Давай. Да все, блин. 10 часов только. Давай поиграем. Там на чём-то. Джекпот, вы выиграли очки доблести 250. Ебать. Давай еще походим, заебал. Давай, блин, ебаный в рот. Тебе танк этот шмот нужен? Давай кузню сразу. Пошли. Я, короче, прилетел в кузню. У меня пятая ката.
Рони, пошли. Дадим квест. Дадим квест. И Войда, это самое. Войд, сходи на остров, пока купи квест за сотку. Какой квест? Ну, для нас, который за сотку. Ты брал уж. Остров Кельм до нас, иди. Да я не мало этот квест, блядь. У меня один, его там платишь, что голды, блядь, получаешь один кристалл. И плюс монетка. И плюс монетка. Да, монетка Джулии. Да, это ежедневный квест. На 100 пиздуй туда, покупай квест. В центре стоит, вот как появляешься, беги налево и прыгай. Ну вот и делай, что ты, блядь, дрочишь нас. Он шмот не взял, то он с квестом, блядь, что-то тут. Бери делики еще, там есть портняжное дело, рулон прочной ледяной ткани, паутина паука льда. Пиздуй в пещеру, 10 ниток убивай. 15 рулонов, не знаю, вон, ткань с ГБ возьми, блядь. Вторая ячейка, фул ткань, сделай себе, блядь, прочный рулон. Испытание честью, редми БГ одну выиграй. Че ты как тряпка? Ты меня ебал, блядь, как задрочил. Камон, ДК. 24 хп у него, у меня и тот 19. 16. У вас так и должно быть. В принципе, уже 25к нормально ему. Танк в этом гире должен быть примерно под 30-ку, то есть. Ему как только танк шмот соберет, у него будет 28-30 хп. Да его шьет как проститутку. Потому что нет капцев, я говорю. По нему летят как краши, блядь. Вот эти мобы, которые мы играем, они танчат лучше, чем сейчас Войд. Да нет. Короче, по груди раздал. Лучше ДК. Еще очков доблести 50 и в этом квесте. Бери себе эту. На танк. Как это там хуйня называется? Идол. 245. Накопи 1875. Убей и купи себе идол на ДК. Так, сложность рейда. Подземелье 5 раз. Так, кузня. Ага, пустила. Ребятки, давайте в кузню сходим. В обычку. Так меня да войны не пустят. Блять. Давай по мне мол, сейчас посмотрим. Не пустят. Отсюда пускай пешком идет. 300 ОД. 300 ОД дали, отлично. Так, ладно, Войд, давай-ка бегом делай пятую кату. Кристаллы, хуисталы там. Я поставки еще. Да, я всего 2 плюса нужно. 32 штуки нужно собрать. 2 по 16. У меня 8 сейчас лежит еще 10. Сейчас у тебя 8, 10. Будет плюс. Потом. Ну, потом 6 плюс плюс и потом квест. Пиздец. Куда сдавать? Беги туда. И влево. Даешь, говоришь, и так что, и потом выходим и регаем туда. Надо Войду выбить там кошмот, чтобы затаскивать его в ППГ. Блять, квест не взял я. Че смысл? Отменяйте это лоскутика, чтобы завтра взять другой квест. Ну да, КД спадет, в принципе, можешь отменить. Либо сегодня, слышишь? Либо сегодня можешь сходить. Обновим что. Да я как скажу, кто мне сейчас сойдет. Обновил. Попробуй получается сегодня сходить. Да какой сегодня, блять, мне 2 часа, блядь, спать буду. Ну если не будет, никто сейчас собирать. На вас путик туда отменяет. Я говорю, давай с моим попробуем, может Войд пустит. Давай. Пустит, потом догонит и еще раз подпустит, блядь. Только веру, да? Обычку ставь. Сначала обычку нам проходить. Приветствую. Ну вот обычка стоит. А чё череп стоит? Нет черепа. Как нет, вот череп. Не обычка. У меня тоже череп. Вот дальше категория, видишь, пустят. А меня пустят, видишь? Я могу зайти. А его не пускают. Короче, ладно, регаем так. Пятая кат нужна для кузни обычки. Для кузни дела.
Там даже ГС не важно, потому что нам можно пешком прийти в фабричку в Керс КТК. Бутылка, чё-то. Если Окулус попадется, я сразу сказал, я не буду хилить. Почему? Да там РДД надо, вы опять там прослакаете все. А это тем более не танк. Давай посмотрим, что за шмот его. Посмотреть. Шлем, понятно. Амулет. Речи. Пина, ага, пина нормально. Грудь тоже норм. Меч, меч на ДД. Хуёво, что пушку на ДД, да, дали 200, вот сейчас бы на танк пригодилось, охуево, каким-нибудь парированием. Да не, нету таких пух. Ты чё, какой? Двух ручек нету парирования, всё нормально, у него пух. Да? Да, а это нормальная пуха на ДК, она на танк такая же? Да, конечно, если с тёмной скорбью танчит. Ладно, так, кольцо норм у него, два кольца норм, это хорошо, тринька. Вот нужно еще к паучкам пойти и выбить из Герати квинтэссенцию паутины. Там не выпало, огонь. Сегодня были, блядь. Были? Вот ее по КД фарме. Она тебе тоже очень поможет. Барьер еще дает. Так, тапки. Хуйня, что не хуйня. Пояс. Ну да. Там все хуйня, блядь. Все хуйня. Кольца, тринька и, блядь, грудь с плащом. Норм. Прям говно. Тащит только воля мертвых. Если бы ее не было, я бы вообще падал, блядь, пока. Ладно, я пошел спать, короче. Слушай, тормози. Репорт Доларан. Иди в ГБ сейчас. А вы завтра во сколько зайдете? А, я, может, ночью буду шпилить. Посмотрим. Так. Завтра, ну не знаю. Если буду ночью шпилить, то, наверное, дойду. Если не буду, то днем дойду. О! Игра не отпускает войда. Тоже дебильная БГ. Ой, БГ играл. Нет, БГ хороший, был хороший. Да, вайпаться тут хорошо. В луже только не стой. Че ты будешь давать МК или нет? А, да. Зеленку нити все. И бьет к мертонному. Сейчас, жди, пока трэш весь пойдет. Ну ты вперед, иди, иди чуть. Он сейчас придет. Пизда мне сейчас идет.
Да где лужа пока, да? Разворачивай сразу. Разворачивай. Панцирь давай. Чуть не отхватил. Ирель, это воин. Стоп. Такое еще не видел. Нормально, нет. А ведь сколько лут. Что, Бойда нарядили опять? Да, у меня его через бедро перекинули. Просто метнул. Прикольно, Арцух. Да? Барцуха. ДК Барцуха. Че, давай эти клееры захуяли. Самому полный тест исследовать. Поднимаемся наверх быстро. Тут трэш бьет. Трэш бьет, мне нихуя не бьет. Еще прилетели чуть-чуть. Я паладин, нужно спать. Чтобы аур был. Крест только. Уже. Нет, крест еще ждать, я бы не могу. Сука, там жуки через стены идут, вам пизды дают. Потому что заражение здесь не взял, а это вот. Стаков уже 33. Нас там ДК учит, как надо играть. Вы чё, вообще сумасшедшие? Хуярит его дуракам, да? На тебе ЛПшку в голову, блин. Вот опять ты начал бить, там никого нет. Сейчас сдохнешь. Кого? Никого нет, ну. У меня маны-то нет. Ну ты азарт какие-нибудь.
Да, уже кидал. На жука, блядь. Откатится сейчас. Мобы идут, блядь, полгода, видишь? Не стычки умирают. Слышал, как по этому, по скелету дают, блядь. Оу, какой, блядь. Ты что послушал? Если ты сзади моба не будешь бить, он сейчас нас всех убьет. Сука. Иди сюда, блядь. Не выхуярю, что есть сил. О, захуярю. Короче, я буду их бить. Сзади, сзади, сзади. Сейчас два моба. Корявые вордалаки, блядь, ты видел, они прыгают, блядь, в воздухе. Почему они не могут нормально по ступенькам спускаться, сука? Где вот эта кривая? Вообще пиздец. Меня никто не радует. Сзади, сзади, сзади. Чей камень огород? Огород. Чей огород камень? Сзади, сзади, сзади. Быстро, быстро. Все под контролем. Верим скелета, блядь. И сюда, блядь. Сука. Еще, блядь. Сука, не хуйня. Что происходит? Заебал откидывать. Да где этот грёбаный мат? Ну, за кого он прячется от тебя? Да, блядь, тыкают, тыкают, за колоннами все стоят, блядь. О, я жадина, нахуй. А мне, ну, очень... Кого? А я до этого, помнишь, посох, который за ней делал? Мне было, ну, очень нужно. Это когда я нажал нужно, хоть там проклятие. И выкинул 100 карат. Утарим мочливо. Сейчас дракон, да, блядь. Это динозавр, блядь. Ладно, стаки там. О, кожа, кожа. У тебя бегут, Да пофиг, у меня кожа. Я кожу даже. У тебя бегут, да пофиг, у меня кожа, блядь. Кожа бегут. Все, убьют меня, ло. Кожу он режет, блядь. Кожа, блядь. Там бой. Бой? Ну похуй, у меня кожа, блядь. Режь кожу. Где кожа? Да в зале он стоит. Иди сюда, ебаный в рот. Сетки кидать тоже умею. Ну-ка иди сюда, блядь. На, нахуй.
сетки кидает. Тоже сетки кидает. А мне фига кожи сколько было. Много взял? Я, да. Всех убьем. Поделишься деликом на кожу. Я потом всем буду чариться. Там накладки обычно 500, а лучше не касать. Двушка не хочешь? Двушку? Я вон обычно накладки купил по 250 с рук, штуки 3. А будущее тупо. Залутай, залутай, фулл грим. Всех лутаю. Ой, блядь, бьем динозавра. Конечно, бьем там, ты чё кожу стоп. Шоу бьем, вдруг с него тоже будет. Не понял, кто из вас танкует, ты ДК или тот ДК? Как он сейчас срывается, если он в крови? О, блин, ты ДПС 4К дал. Бля, сейчас кожа пропадет все. Выведи его из фрейма. Отведи его дальше. Еще кожа не хватит. А, ты куда ушел? Поспешал такой. Побежал дальше руби. Кожа пропадет, блядь. Ебадут. Блядь, это не то. Там кто-то лутанул. Это похлеще руды, блядь, моей, нахуй, с бопом. Это лутать его все. Все равно я кожу режу. Похуй, что там происходит. Где там пролутаете? Да пиче. Снимай, снимай уже кожу. Да нет, вот тут кто-то не то лут, катлас. Мёк, маку, лутануть должен. Зови мага. А все, я его не буду больше. Мак и катлас, короче. Катлас и маг не утонули. Давай с босса снимай кожу, да? Она не снимает с него. Ну, столько кожи будет. Ты захиль меня, блядь, дамаг идет, блядь, на 100%. Бегает кожа, смотрит. Там кровью истекает, блядь. Хер отрубили, блядь. Кожу режу. Сейчас вздохнуть. Блин, я не хилю, он не лутает. О, нихуя учебник. Ебать, надо выучить. Нихуя. Кто же видал, да? Через плечо его кинул, блядь. Дядь, с неба кто-то. Беги, ебаный. Спрыгивает сверху, деревья. Прыжок с разворотом делает. Как Ван Дам. О, плащ. Нихуя. Это на кого? Это на друга, кстати. Ну, это, конечно, ты его убьем, да. Ты нужен камера? Нет. Я опять десант какой-то. Да буду не... Я, говорит, тебе в этом, как
Знаешь, против зловещих мертвецов, блядь. Я тебе сейчас мордочку подпорчу, блядь. Армия тьмы, охуенный фильм. Прошки видел, блядь. Какого чувака ты мне напомнил. Ты помнишь, как у него, блядь, в книгу засосало, нахуй? Он не ебал, да. Вот эти дураки, смотри, хилят, не хвайся. Вот вы чё туда припёрлись? Назад иди. Чё ты там? Видишь же, танк назад отходит. Я овцу дал шаману, вообще-то. А этому косты. Это вот этот хилин заебал, бля. Давай мне его пизды будем. Этого пиздить надо, бля. Ёбка, бля. Сука. На, нахуй, ебал мне. Опа, да, он друид раздает. Куки справа, куки слева. Ты смотри как. Веткой в глаз. Там друид вообще раздает им. Еще и машет ветками. Заебал он химиться, блядь. Пиздец, упорный шаман, блядь. Под сопротами. Я вообще не понимаю, почему здесь все под сопротами у них бьется. ДПС нужно увеличить, чтобы 4 взлетки. А они саппорт жрут, блядь, потому что хилы нихуя не могут. Хилит малой волной, блядь. Да я вообще охуел, когда увидел рекламу. Я тогда еще. Я старался как можно мягче, блядь. Выкинь нахуй, говорю, с панели. Ну очень нужно. О, нихуя ты там лутаешь, офигер. А я все подряд не вижу. Я сказал, я все на вара буду отправлять, да и потом пылить. Эй, лови. Эй, моряк, слишком долго плавал. И чё, нить? Это прикинь, один осколок, полок. Один осколок. Прикинь. Полок стоит сколько? 30-ку вроде. Какой стоит, блядь? Роме надо всё отдавать. Чарки? И скоро ваши чарки превратятся в голду, блядь. Ты лучше свитков нарой. Свиток. Свиток для оружия, свиток для брони. Чаришь, ну, плачешь? Купи мне такие херни, я тебе деньги отдам. Ты сам можешь навык купить. Я такой хуйней не занимаюсь. Это начертать, надо качать. Да. Не так уж и дорого стоит. Тонкий пергамент. Да. Почему этого мага вечно бьют, блин? В кислоте не стойте. Кислоте не стой. Так я выше. Гуся гонит, да, этот босс.
хуйню какую-то мели. Дракарис. Чуга. Этиссенция. Доспех. Защита, парирование неплохо. У меня, блядь, с дырками доспех. Эссенция отваги. Где тринник? Нету тринника. Че, еще идем или спать? Идем. Да и я ебал. Идем. Сидим. Так сам в прошлый раз не сыграл, идем, я нет, я идем, будет, идем, идем, идем. Да пиздец, обидно. Ты понял, почему? А? Я ушел, потому что... Вот мы с Ромой обсуждали, вроде взяли белку там и так далее, и тех, и других. А что выходит? Честер, блядь, бухой, а белка умирает за бомбами. Но... То есть... О. Я прикинь, короче. Ну такое. За 2 голды мяса. За 1 штучку. Какое? 71 штуку продал. Какое за мясо? За 2 голды. Вот. Дади кванку. Слышь, вот. Дади кванку. Куда зайти? Ты вышел. Куда зайти, говоришь? Подойди к КБ. Ну чё там? Так. Четвертая. Так, погоди, где эта хуйня? Вот и скверный, блядь. О, надо сюда зелень перекинуть, да? Ровно потом заберу. Так. Это любой, я тебе сейчас там накидаю. Это зелень. Да. Я это самое, я клал какой-то шлем на 187-й. С капом Death. Я, короче, на плодине, да. А это залупа, блядь, нет. Не, там брюки, боешься. 200-го надо больше. В любом случае, даже если он ниже 200-го, ты лучше возьми с капом дефа. Нет. У тебя там вещи, у тебя там много вещей. Смысла не будет брать ниже, потому что... Но деф все равно не соберется, его надо... Смысл будет брать ниже, потому что ты свои ТД капы заменишь на танка капы. Блять. Не будет смысла от этого капа, все равно плиты будут лететь. Еще очень долго будут лететь плиты. Ну хз, сейчас гляну. Вроде были банки на половине какие-то бои. Так, я зеленку отправлю Роме, короче, тут, блядь, шмот сниженный вот этот. Где это? Каков? Сейчас зайдешь. Я там напылил уже дофига всяких. Напылил. Ну, напылил тебе, чтоб ты там собирал. А. Так, отправил шмот. О, осколок еще один. Вот, во второй чеке. Пыль лежит. А чё, вот эта вот трава беспонтовая, да, уже? Во второй печке. Какая? Синячкин какой-то. Синячник? Да я профи прокачал. Мне она уже не нужна, если кто-то будет алхимию. Надо продавать, наверное, это дорогое всё. На самом деле можно продать, потому что там есть трава. Нет, просто если ты четвертую чайку взял под траву, а, ты закидываешь там всю траву. Все это самое, измельчить можно будет, и потом измельчу ее нахуй. Траву? Измельчить, истолочь, ну, начертание. А там же, да, там трава нужна. Да, я ее позабираю, пускай лежит. Ну-ка, сейчас попробую измельчить мироцвет, блядь. Блять, у меня тут правда. У тебя где начертание? У тебя где начертание, на каком? На ДК, что ли? Да, да, на этом. А, нихуя себе, почему ты сделал начертание? Блять, чтоб прога не повторялись на присадке. А для танка что у тебя там будет? Да мне вообще похуй, блять, что там для танка, блять. Танка, начертание. На 3 секунды, блять.
Квадрат, как делаешь? Да, это вот лиловый лотос, он что, не нужен уже? Ты чё? Он дорогой, охуенный. Так забираю его со второй чеки, перекидываю в четвертую. Ты почти чеки нормально. Ну конечно. Сейчас зайду. Там уводят права. Права нужны, чё? Ладно, я пошел спать, короче.